Ни одно техническое новшество не было создано в одночасье. От идеи до ее воплощения пролегают десятилетия. Так было с автомобилем, прошедшим путь от первых парасиловых машин до транспортного средства с двигателем внутреннего сгорания за 38 лет. Временной промежуток от первых эскизов воздушного судна до первого полета занимает по меньшей мере 50 лет. Паровоз поехал по рельсам только 31 год спустя после своего изобретения. На проектирование одного из самых массовых самолетов за всю историю авиации Boeing 737 потребовалось около 4 лет. Сначала неизбежно идут мысль, фантазия, сказка. За ними шествует научный расчет. И уже в конце концов исполнение венчает мысль. В полной мере это относится и к технологии Skyway. За минувшие 30 лет изобретателем технологии Анатолием Эдуардовичем Юницким и возглавляемым им коллективом инженеров было создано множество действующих моделей транспорта, получено более 40 патентов, проведены проектные и исследовательские работы, а также экспертизы, подтвердившие работоспособность транспорта и достижимость заявляемых в расчетах характеристик. На построенном в подмосковных озерах полигоне успешно испытали участок путевой структуры протяженностью 150 метров. Полномасштабные модели подвижного состава прошли успешные испытания в аэродинамической трубе, показав коэффициент аэродинамического сопротивления CX 75 тысячных, что близко к теоретическому максимуму. Благодаря проделанной за предшествующие годы работе, на сегодняшний день созданной изобретателем технологии Анатолием Эдуардовичем Юницким проектная организация «Закрытое акционерное общество «Струнные технологии», в структуру которой входит 15 конструкторских бюро, имеет в своем распоряжении всю необходимую проектную документацию, чтобы успешно реализовывать проект по строительству Центра практической реализации инноваций Skyway, их международной сертификации и экспертизы, получившего название «Экотехнопарк». После окончания строительства центра в 2017 году технология сможет быть выведена на мировой рынок транспортных услуг и получит самое широкое распространение. Параллельно с процессом строительства экотехнопарка проходят работы по оптимизации ключевых характеристик транспортно-инфраструктурных комплексов Skyway. Все разработки инженеров закрытого акционерного общества «Струнные технологии» проходят проверку в опытно-экспериментальном отделе и центре модельно-макетной работы. В совокупности это позволяет достигнуть беспрецедентного сочетания высокой скорости, безопасности, экономичности и экологичности перевозки грузов и пассажиров. Транспортно-инфраструктурные системы Skyway – это будущее в движении.